Вот этим бескорыстным любопытством ученого, которого двигает не финансовая заинтересованность, а именно желание открыть что-то новое, неизведанное. Вот для меня это является критерием действительно истинного ученого. Недоумение текущего момента в том, что люди в большинстве своем не понимают, что к ним в голову забрались те, которые являются врагами рода человеческого. Будущее для всех, что является фактически интернациональным подходом, либо будущее для избранных, что является глобалистским подходом. То, что вокруг раньше было привычным и обычным, а сейчас вдруг оказывается, что фантастические вещи, все, о чем ты не подумал, оно вдруг происходит. Поэтому умение управлять собой, мне кажется, сейчас выходит на самый первый план. А люди, наверное, к этому не привыкли. Все, что происходило на территории бывшего Советского Союза, им непрерывно мазали черной краской, выпячивали, врали, навязывали постоянные какие-то страшилки, учили их прятаться в бомбоубежище, потому что не сегодня, завтра Советский Союз на них нападет. Что такое счастливый человек? Это на работу с радостью и с работы с радостью. Здравствуйте, дорогие наши зрители канала «Перехват управления». У нас связи из Канады Ирина Константиновна Мухина, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте, Ирина Константиновна. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели. Ирина Константиновна, сегодня тема у нас «Причинно-следственная связь». Расскажу, почему именно такая тема. Смотрите, в Израиле убивают друг друга. Сначала арабы убивают евреев, потом евреи убивают арабов. И эта бесконечная вражда длится уже 3000 лет, 5000 лет по некоторым данным. И не могут остановиться. И заявляют сейчас раввины, вот еще немножечко вот этих вот зачистим, убьем, уничтожим. И после этого мы станем мягкие и пушистые, и будем со всеми в мире жить. Вот как вы считаете, это возможно или нет? Или всегда будет ответка? Да вы знаете, мне вообще кажется, что как-то сейчас то, что мы привыкли называть западной цивилизацией или вообще человеческой цивилизацией, подошло к какому-то краю, где стало понятно многим, что те методы, которыми мы надеялись управлять человеческими отношениями и человеческим обществом, они вот в данный момент просто рассыпались в прах. Мне кажется, как вот карточный домик какой-то. Строили ООН, Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО, ВОЗ. Настроили какие-то вот эти потемкинские деревни, все эти международные организации, а сейчас открытый геноцид против страны, и никто и никак международное сообщество не может на это ни повлиять, ни подействовать. И выходят какие-то на передний план фигуры совершенно нечеловеческой злобы, я бы сказала. И при этом они все вписаны в политический дискурс якобы тех представителей стран, которые себя заявляют цивилизованными странами. То есть мне кажется, что мы все ближе и ближе подходим вот к пониманию того, что все, что было раньше, оно в принципе является, неким блефом, неким таким, то, что сейчас называется фейком или симулякром, нечто такое придуманное, в реальности несуществующее. И вот ваш вопрос, ответ, видимо, содержит в том, что остановить это безумие, эти непрерывные военные действия, причем я читала недавно, что сейчас на Земле происходит порядка 130 военных конфликтов. И то, что нам выпячивает медийная среда как самый главный и самый, так сказать, кровопролитный, на самом деле не является даже близко тем, что происходит в мире. То есть вот эта искаженная реальность медийного симулякра, в котором происходят вещи, не соответствующие ни действительности, ни законам Творца, ни человеческим законам, ни природосообразным законам. То есть просто, похоже, что вся система пошла, как это называется, в разнос.
Ирина Константиновна, ну вот смотрите, это рукотворное же все-таки вот это ООН, то, что разрушали, ВОЗ, вот это вот, которое внедряет нам совершенно античеловеческие какие-то правила игры. Вот, это же все рукотворное. Но, с другой стороны, вы и правы, пришел век Водолея, и уже другие правила в этом мире. Ну да, и вот здесь же вопрос в том, что, конечно, все рукотворное, но это все по Божьему промыслу, по промыслу Творца. Ведь мы же не можем предполагать, что все, что происходит вокруг нас, это мы сами. То есть материалисты наверняка думают, что это достижение научно-технического прогресса. Но даже если размышлять с этой точки зрения, то похоже, что следуя этой логике, получается, что человек как венец творения, как божественные ручки того, что задумано и должно осуществиться, он становится все более и более не нужен. То есть вот этот так называемый научно-технический прогресс, которому посвятили много времени, сил, внимания и технических, так сказать, изысков, получается, что уничтожил ластиком человека-творца. Ведь мы видим технические устройства, которые все больше и больше, но если не заменяют, то во всяком случае претендуют на то, чтобы заменять. И многие люди, глубоко не погрузившиеся и не разбирающиеся в этих вопросах, особенно молодежь, они начинают верить в то, что технический прогресс сейчас уже способен заменить и в том числе интеллектуальные свойства человеческого разума, что, естественно, является подменой. Но вот в то время, в которое мы живем, вот это рукотворное начало, которое привело нас к тому, к чему мы поговорили в начале, оно сейчас настолько разрушительно, что каждый ощущает это на своей жизни, на своей ситуации, и это становится очевидным. Вопрос-то, наверное, не кто виноват, как всегда, а вопрос, что делать. Поэтому для меня наиболее интересными являются люди, которые действительно размышляют над тем, а что же мы можем сделать, чтобы перестроиться в эту новую пришедшую эпоху, космическую эпоху, эпоху там, кто-то это говорит Водолея, кто-то говорит Волка по славянскому календарю, кто-то говорит эпоха Великой Женщины или Великой Матери. Вот эти все такие очень серьезно концептуально категоричные новые проявления там, тех энергий, в которых, конечно, живет наш земной шарик. И, конечно, наш земной шарик, наша планета Земля, наша мать Земля, она является частичкой, небольшой частичкой огромных космических сил. Так что вот эта наша открытость космосу, вот это наше взаимодействие с другими планетами, с другими космическими элементами, в которых сейчас ну вот, планета Земля переходит от космического рукава в другой. И в связи с этим перестраивается все живое. Ну и да, кажется, что где мы и где рукав космический, о котором рассказывают астрономы, астрофизики, ну и астрологи, естественно. Но с другой стороны, если это каждодневно влияет на нас, на то, как люди воспринимают то, что вокруг раньше было привычным и обычным, а сейчас вдруг оказывается, что ну, фантастические вещи, все, о чем ты не подумал, оно вдруг происходит. Поэтому умение управлять собой, мне кажется, сейчас выходит ну, на самый первый план. А люди, наверное, к этому не привыкли. Люди, наверное, это не могут оценить влияние того, что у них происходит в голове, что у них происходит в психике. И именно над этим практически последний 20 век и работали кукловоды. Вот то, чем я занялась на своем канале «Искусственный интеллект для домохозяек», потому что для меня ударение было именно домохозяйки, Земля как семья, планета наш дом. Если ты понимаешь, что на этой планете, в нашем дому что-то не в порядке, и это не в порядке начинается с твоей головы, а ты даже не понимаешь. Вот самое главное, мне кажется, недоумение текущего момента в том, что люди в большинстве своем не понимают, что к ним в голову забрались
те, которые являются врагами рода человеческого. И там начинают подправлять их желания, их намерения, их ожидания. И подправлять только в одну единственную сторону. Все это является инструментом добычи более и более больших объемов прибыли для корпораций. Больше нету никаких посылок и факторов. Но так создавалась вся вот эта система материалистического, капиталистического, империалистического мироустройства. То есть с точки зрения математики, ну, здесь вообще нету никаких вопросов, потому что когда система создается с тем, чтобы оптимизировать единственный показатель увеличения прибыли, а, соответственно, уменьшение издержек, и человек стал издержкой, потому что человек болеет, человек опаздывает, человек делает ошибки, иногда даже человек хочет уйти в декретный отпуск. То есть получается, что вот вся эта огромная, сконструированная человечеством капиталистическая, империалистическая финансовая пирамида за последние 50 лет создала совершенно зубодробильный инструмент разрушения человеческого в человеке. Потому что человека запустили по принципу «деньги должны делать деньги», труд стал неважным, отношения стали мешать прибыли. И поэтому война всех против всех, вот именно, видимо, то, что вы имеете в виду причинно-следственные связи, то есть когда рассматривается любая ситуация на земном шарике, обязательно надо «ты за палестинцев или ты за израильтян?» «Ты за украинцев или ты за русских?» И получается, вот эта вот дихотомия, она как раз и разрывает тело социума, общества на то, чтобы получилась война всех против всех. Ну и в какой-то момент это выходит из-под любого контроля и заключается в том, что мы видим вокруг все больше и больше очагов ненависти, причем такой, ну, зашкаливающей глупости, например, то, что мы видели во время голосования, когда, ну, совершенно глупые издержки того, что людей настраивали против системы избирательной, ну и, конечно, это приводило к тому, что потом человека садят в тюрьму, но это же ограниченность человеческого понимания того, за что он отвечает. То есть я так понимаю, что остановить это можно только усилием контроля над своими эмоциями, над своей психикой, над своим мировосприятием. Ну, много ли людей на это готовы и на это способны? Все-таки в основном я вижу тех, которые ищут врагов вовне, не внутри. Ирина Константиновна, вы затронули пару тем. Вот, допустим, технический прогресс вы сказали. Но ведь этот технический прогресс, он настолько узок, то есть в одном направлении идет. Мы не развиваемся в каких-то более высоких каких-то сферах. Ну, я думаю, что определенные силы остановили проявление прогресса, который бы позволил человечеству перейти на другой уровень духовного, интеллектуального развития. И я это видела, наверняка вы знаете такого информационно очень известного человека, который ушел, ну, достаточно недавно, Ловчиков. Он изучал открытия, и у него есть своя база данных, ну, была его, в которой он анализировал количество открытий за 20 век. И там прям видно, что в районе 60-х, 70-х годов шел рост количества открытий, а потом резко оборвалась этот тренд, и стали просто какие-то ничтожно мелкие открытия. И, в принципе, я согласна, что не автомобильная промышленность, ну, никакая транспортная промышленность ничего принципиально нового за конец 20 века не породила, хотя были попытки и струнного транспорта, и других достаточно интересных экологических идей. Но это же, опять же, связано не с научно-техническим прогрессом, который является инструментом, а с руками, которые держат управление. То есть управление, сложность управления возросла в разы, потому что сама цивилизация, в которой мы живем, и в том числе вот за 20 век, стала сложнее на порядке.
и должно уже выходить, и где, кое-где используется управление сложностью. То есть настолько, ну, даже технические достижения, те, которые сейчас воспроизводятся, например, там авиационные крейсеры, которые выпускают подводные лодки, это все имеет уже миллионы деталей и тысячи человека-часов. То есть управлять такой сложностью технических продуктов человек один, конечно, не может. И в связи с этим получается, что технологическая сложность возросла, а человеческое мышление, оно все больше упрощается в связи с тем, что риски, которые несут люди, способные на то, чтобы выразить протест против существующей вот этой рукотворной системы, они стали все более опасны для хозяев, ну, истории, как их называют, фурсов, либо хозяев денег. И вот сейчас, мне кажется, мы прям проходим по какому-то краю того, что текущая финансовая система, о которой много об этом говорит Михаил Хазин и Катасонов, что она изжила себя, и она должна быть разрушена. Но хозяева этой системы надеются перехватить, как называется ваш канал, и перевести финансово-спекулятивное управление в цифровое управление. И все, что мы видим вокруг, это именно подковерную возню с тем, чтобы не проявились те изобретения, те нововведения, те, как они называют, инновации, способные дать человеку возможность распределить те научно-технические достижения справедливо для всех живущих на Земле. То есть вот этот вопрос, который мы переживаем, будущее для всех, что является фактически интернациональным подходом, либо будущее для избранных, что является глобалистским подходом. Ирина Константиновна, а как вы считаете, вот эта вот глобальная элита, которая и управляет этим миром, она также отупела или все-таки они рассчитывают там на тысячелетия, на столетия хотя бы? Как вы считаете? Вы знаете, я не могу сказать, что я знакома лично с теми, которые являются вот этими демиургами, которые осуществляют сам планирование. Но то, что менеджмент, в котором, ну, мне достаточно часто приходилось здесь сталкиваться с каким-то там средним, ну пусть даже не средним, пусть даже нижним, но тем не менее общая деградация, ну опять же, зависит от того, с чем сравнивать. Если я сравнивала с учеными Академгородка советского периода, когда люди действительно горели своим энтузиазмом, своим желанием внести лепту, и, главное, вот этим любопытством, вот этим бескорыстным любопытством ученого, которого двигает не финансовая заинтересованность, а именно желание открыть что-то новое, неизведанное. Вот для меня это является критерием действительно истинного ученого. То, конечно, нельзя не сказать, что общая деградация образовательной системы, системы управления, шаблонирование, все это все настолько примитивно, это все настолько дубово, что мне кажется, что вопросов здесь быть не должно. Ну и обратная сторона этого, или скорее продолжение этого дебилизма, это является, конечно, вот этот отрицательный отбор в элиту. То, что мы видели, например, вот перед Новым годом был опубликован список имен политиков и управленцев высокого звена, участвующих в полетах на этот остров Эпштейна. То есть вот настолько нормальных людей уже давно не пускают ни в какие правящие круги, ни в какие организации. При этом это уже касается их детей. Тут я, когда была в России, мне попалось интервью дочки Путина, которая является ученой, кандидат наук. Она рассказывала о своем проекте, как она рассказывала, как она была заинтересована в этих результатах, в людях, с которыми она работает. Вы знаете, ну я просто вот, ну, с каким-то умилением вот это вот слушала, а потом, понимая, что ну, бессознательно я сравниваю это с сыном Байдена, который, ну, просто здесь притча во языцах и везде. Ну, это, учитывая, что у него один сын уже ушел, и я предполагаю, что проблемы были те же самые. То есть мы просто, живя в России, очень часто
не можем даже оценить тот уровень вот этого железного занавеса, который долго был над нашей территорией. И пусть мы скажем, что у нас там были всякие разные периоды правления, и хрущевская оттепель, брежневский застой. Ну, каждый найдет что-то, что он захочет покритиковать. Но мы не можем не согласиться с тем, что у нас было запрещено ростовщичество. И оно было какое-то там, да, где-то там под ковром, да, там 0,5% кого-то давали там. Ну да, да, были там какие-то цеховики в Баку, там мне много чего рассказывают. Но по сравнению с масштабами бедствия, которое это время было на Западе, и называлось это все там, я не знаю, капитализм и средний класс, но все, к чему я вижу, это привело, что здесь люди, живущие в этом обществе, вы понимаете, они не видят альтернативу того, что всего можно достичь только с помощью денег. Но они реально этого не видят, они не знают, они никогда так не жили. Все, что происходило на территории бывшего Советского Союза, им непрерывно мазали черной краской, выпячивали, врали, навязывали постоянные какие-то страшилки, учили их прятаться в бомбоубежище, потому что не сегодня, не завтра Советский Союз на них нападет. Хотя все это было ровно обратно направлено, потому как рынки сбыта, рынки производства и рынки всего, чего происходило на территории социалистического лагеря, это было, ну, просто самым лаковым кусочком для западных корпораций. И в конце концов, скупив за 30 серебряников наших партийных боссов, они разрушили все это. Но надо заметить, что эти 70 лет шел процесс формирования вот этого уникального человека, который шел на работу с радостью. Я помню, мне папочка всегда говорил, что такое счастливый человек? Это на работу с радостью и с работы с радостью. И когда я на Западе людям рассказываю, да не надо платить зарплату большую врачам, потому что они тогда будут идти лечить людей не потому, что они любят людей, а потому что им нужна большая зарплата. Ну неужели это непонятно? И не надо учителям большую платить зарплату, потому что они будут идти с той же целью. То есть вот для меня проживание среди людей, которые выбирают профессию не потому, что они это любят делать, а потому что там большая зарплата. Она как раз и показала вот это смещение в формировании человека, относящегося к своему труду, как источнику заработка, а не источнику удовольствия в связи с тем, что он делает то, что ему действительно нравится делать. Я помню, я читала интервью Майи Плисецкой, Галины Улановой, извините, Галины Улановой, которую какой-то журналист западный спросил, а что, вам не стыдно за такую маленькую зарплату танцевать в Большом театре? Вы же прима-балерина Большого театра страны великой. Это же самое известное искусство. На что она сказала, я вообще не понимаю, за что мне государство платит. Я так люблю танцевать, я так люблю учить своих учеников, я так люблю выходить на сцену. За что же государство должно мне платить? Вот понимаете, вот мне кажется, что вот этот человек труда, который действительно искренне, с энтузиазмом, я не говорю, что все такие были. Я считаю, что все такие быть и не могут. Есть те, которые мещане по определению, есть те, которым главное, чтобы мягко спать и вкусно кушать. Поэтому для них действительно жизнь сводится к тому, как они накормили и ухолили свое тельце. Ну да, но тем не менее, если понять, что на территории Советского Союза сформировалось там 2-3 поколения людей, получавших удовольствие от своего труда, а не от денег, получавших удовольствие от той культуры, от тех фильмов, от тех скульптур, от тех мультфильмов, от той музыки, которую нам обеспечивало государство, они оставили свой вот этот след. И это, конечно, то, что отличает, очень резко отличает то общество, в котором на Западе же существует все большинство. А если кто-то и выехал из Советского Союза, то это именно те, кому колбасы не хватало и кому внушили, что количество колбасы в витринах магазина — это и есть уровень благосостояния народа.
а совсем не интересная работа или качественное школьное образование, которое у нас ни с чем было не сравнимо, или университетское образование, или лаборатории, в которых работали наши ученые. То есть все-таки вот качество человеческого потенциала, которое сформировалось за те 70 лет, а потом было резко разрушено, мне кажется, что именно оно в эпоху вот этого нового информационного, энергетического, ну, информационной экономики фактически, именно оно должно и будет, и становится камертоном того, куда хотелось бы, чтобы пошли люди, озабоченные сохранением человечества в целом, ну и нашей планеты Земля как место обитания. Ирина Константиновна, если мы вернемся опять к закону причинно-следственной связи, то вы прекрасно сказали, что именно человек должен с радостью идти на работу и заниматься трудом, а не работой. Ведь в этом большую роль играют родители, которые наставляют своих детей, которые выбирают им профессию и заставляют их идти в тот или иной институт. Ну, вы знаете, вот здесь же тоже надо заметить, что произошло изменение и в этом вопросе. Потому что если 20 век, в основном для советского народа был победой в индустриальном обществе, и индустриальное общество – это, так сказать, общество неких материальных узлов. То есть мы строили фабрики, заводы, гидроэлектростанции, железнодорожные пути, аэропорта и так далее. То есть у нас было некое материальное производство продукта. И в этом случае передача профессии родителям, ребенку, поэтому у нас посылали в инженерные программы, у нас все было точное. Да, у меня тоже рядом кошечка, и тоже все время рвется ко мне в экран. Она не может, когда я записываюсь и закрываю дверь. Это для нее безобразие. И она а сейчас у нас же появилось то, что социально было, социальные связи, то есть нечто, что происходит, когда человек строит отношения через состояние. То есть мне кажется, что родители сейчас самая главная задача – это научиться быть педагогами, но именно педагогами с большой точки зрения. Вот то, чего всем надо учиться. Это то, чего нам не дают в школах. Нас не учат этому. А если исходить даже из самых прагматических таких посылок, это то, что автоматизироваться, роботизироваться, интеллектуализироваться будут вещи, которые алгоритмизируются, то есть они формализуются. А вот то, что касается человеческой энергии, вот этого человеческого взаимодействия, вот этой устойчивости психики, то есть вот этим технологиям, я бы сказала, самопознания и выстраивания отношений и с ребенком, и с любимым, и с родителями, и с матерями. Но вот это именно то, что разрушается сейчас сильнее всего, потому что позволительно вот это индивидуализированное, атомизированное общество. Вот на это и работает остаток вот этой системы для того, чтобы разрушить отношения и связи между людьми. А если мы задумываемся, даже о новом образовании, например, колоссальное количество разговоров по поводу учителей, по поводу новых технологий, цифровых технологий и так далее. Но я сторонник того, что все очень индивидуально. У нас 5 внучек. Я за ними наблюдаю, я понимаю, это фантастика, насколько они разные пришли. Предложить им одни и те же методы, по которым учились мы в Советском Союзе, это тоже неправильно. Где в классе сидело 25-30 детей, и один учитель рассказывал о том, что Волга впадает в Каспийское море. Хотя среди этих детей уже может быть треть, которые давно освоили интерактивную карту Земли. Они могут спокойно найти все реки, озера. Они умеют этим пользоваться, потому что они оказались более талантливы в этом вопросе, и родители им дали возможность это узнать. Опять, я не говорю, хорошо это или плохо. Я говорю, что в связи с развитием технологий и с разницей уровня
интеллектуального и технологического знания среди общества. Дети попадают в разные условия. И поэтому начать их всех причёсывать под одну гребенку тоже неправильно. Но тем не менее, когда ты понимаешь, что алгоритмически, формально ты передаешь тренажеры, например, таблицу умножения, или там запоминание диктанты и так далее, то, что требует механистического повторения, у тебя остается вот эта психология человеческих отношений, вот эта психология взросления. И учитель, который будет именно в этом вопросе талантлив, он будет и как родитель выигрывать, и как учитель, как педагог. Вот на это сейчас просто необходимо направить все усилия. Первое, мы должны научиться управлять своим психическо-эмоциональным состоянием. И это относится и к женщинам, и к мужчинам. Женщины часто заходят за границу вот этого, ну, такого более эмоционально-истеричного состояния. И впитывая ту среду, которая происходит в информационном потоке, мы воленс или неволенс на это реагируем. Я, кстати, вот недавно разговаривала с мужем, что когда я стала менеджером в корпорациях, меня никто не учил, приходя домой, оставлять на крыльце все проблемы, которые я принесла из коллектива. Никто никогда не рассказывал мне о гигиене того, что ты как руководитель можешь проживать в своем коллективе, но приходя домой, ты должна проходить через какой-то санитарный барьер. Ты должна научиться это делать в себе для того, чтобы не нести все это. Особенно, опять же, это касается женщин. Мужчины, они как-то более длительное время были лицами, принимающими решения. И женщина, если она действительно женщина, она пытается всегда это как-то сгладить, она как-то пытается это самортизировать. Ну, папа пришел с работы усталый, ну, папе надо там газету почитать и так далее. То есть у нас как-то менталитет на это настроен. А вот для женщин эта техника не проработана. И вот именно работа с собственными эмоциями, работа с собственным стабильным состоянием, она же еще нам помогает, и это то, что второе сейчас является супер востребованным и необходимым, это умение различать правду от лжи. Фейки, так называемые, от настоящих новостей. Меня не устают поражать мои подписчики возраста меня и старше, которые так часто присылают мне такие наивные и глупые новости, не понимая, что это специально рассчитано на таких, как они. Но они реагируют, они не могут отличать, они не умеют отличать, потому что мы выросли в эпоху, как говорилось, если напечатано в газете, значит, это правда. Вот мне кажется, что эти два элемента с точки зрения родительства или с точки зрения человеческой мудрости, если вы научитесь прорабатывать, пусть вы одну новость, две новости за день проработаете, но вы будете точно знать, вы будете чувствовать, вы будете сердцем различать, что это действительно произошло. Вот научить себя вот это делать и научить своих детей и близких, и внуков. Вот мне кажется, что люди, которые сейчас имеют больше времени, потому что они кто-то на пенсии, кто-то уже закончил и не на полную рабочую неделю работает, они же и являются, могут составить вот этот камертон вот этой чистой информационной среды, этого эмоционального, стабильного, светлого, солнечного состояния, которого нам так не хватает, потому что вокруг вот эти рукотворные люди, нелюди, стараясь разрушить наши семейные связи, стараясь разрушить наши отношения между поколениями, стараясь навязать нам вот этот вот морок того, что война всех против всех, ах, если ты не с нами, значит, ты против нас. Вот это как раз целостность и умение жить в ладу с самим собой. А для женщин все известные механизмы медитации – это рукоделие. Это все, что когда-то наши бабушки умели. И именно те, которые научились себя ладовать тем, чтобы радовать, глядя на вот эту работу руками,
Оно же сохраняет нам и когнитивные способности, и умение структурировать вот этот мир, когда ты ниточкой это структурируешь. Это же все это было. Так что мне кажется, что да, у родителей это огромная обязанность, и сейчас она вдвойне, но с какой-то стороны нам стало легче, потому что информация любая есть. Главное различать сердцем, твое или чужое. Спасибо, Ирина Константиновна. Да, к чему я это все? Ведь родители могут сделать детей несчастными, а могут сделать их счастливыми. И вот это вот тоже очень-очень важно. Ну, знаете, мне кажется, что это мы себе придаем чрезвычайно иногда много весу. Я думаю, что если родители понимают, что дети – это наши учителя, и дети приходят к нам уже со своей программой, поэтому мы, конечно, можем постараться навязать на них свою программу, свои какие-то ожидания. Но если ребенок вырастает и понимает, что то, что навязали родители, они все равно делали из лучших побуждений. Я тут недавно своим дочерям эту мысль доносила, что я, как бы я ни старалась что-то сделать, я всегда делала, исходя из лучших побуждений. Обстоятельства были другие. Вот умение учитывать обстоятельства, в которых жили твои родители, твои мамы, твои бабушки. А вот это то, что действительно, когда ты становишься взрослым, мне нравится фраза, у человека есть два детства. Одно детство, которое он прожил реально, а второе – это которое он помнит. Вот когда мы помним что-то отрицательное и из этого постоянно пытаемся сделать жертву, родительского диктата, родительских ожиданий, родительских несчастий, то все-таки это, мне кажется, ответственность уже человека, который вырос, и он уже не ребенок, если он повзрослел, если он взял ответственность в свои руки, то есть стал субъектом. Спасибо, Ирина Константиновна. Мы начали с такого общего, большого, высокого, земли и закончили частным. Но было интересно. Познай себя, познаешь мир. Здесь как раз соединение тебя и вот этого космоса, что внутри, что и снаружи. Поэтому чем больше родителей, бабушки, тетушки и соседушки находят гармонию и лад с самим собой, тем быстрее вот эта эпоха Водолея, которая пришла, которая информационная эпоха, женская эпоха, эпоха состояний, тем быстрее она проявится. То есть, опираясь на себя, мы даем возможность расцвести вот тому новому миру, а то, что должно отмереть, оно отомрет. Главное, чтобы было как можно меньше жертв. И вот здесь мы как раз и начинаем все с себя. Я думаю, что это соединение большого с великим, нашего личного с общим. Спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо. Друзья, с нами была Ирина Константиновна Мухина. До свидания. Всего доброго.